Здравствуйте, Татьяна Ковальчук. Приветствую вас на канале «Канадская деревня». Корову выпустила на улицу. Так, мистер Браун такой довольный. Вот уже он морду в снег. О, резвится, как он любит этот снег, смотрите. О, ну вот так вот, вот он помоется, смотрите, как здорово. Вот так вот, и так, и так. Ой, давно он уже не бегал. Как рад он. Ой, 3 дня стояли там. Ой, смотрите, вот так вот. О, ну все, еще ляж. Ляж еще, да, да, бычий мой. Ну это вообще... Я такого еще не видела. Мистер Браун был маленький, когда в прошлом году, когда был снег. Он уже не помнит, так рад, смотрите. Ох, как побежал, какой он радый, довольный. Ох, Рыбзи тоже вон побежала за ними. Ой, смотрите, куда рванули засранки. Вон рванули на свое место они. Как побежали. Да, 3 дня простояли в сарайке. Был шторм. Люся тоже, наверное, побегала сейчас. Но Люся пока не может пойти на улицу. Вот, пойдет уже потом. О, вот как бегут бычи. Сейчас тоже, наверное, этот снег. Ага. Все, уже ничего не будет представления. Уже закончилось. А, нет, он там снежная баба вон катает. Рыбка вроде стала немножко потолще. Не такая худенькая. Или это мне так издалека кажется. Ба! Браун! You bad! Эй! No! Мы не играемся, no! Tell him. Браун!